Да, хорошее место. Как оно меняется каждый раз. Блин, там лебедят, посмотри, что там творится. Леня творит какую-то жесть. Скрежет такой от лебедки, от железного бампера идет, как будто сейчас караул. Да, жесткий. У Лени есть шанс перевернуться. Не, он так натянулся на лебедке. Если лебедки... Да, да. Или Олега попросить, чтобы резко отпустил. Перестал ехать. Видишь, значит, штурмом покинул. Глянь, не едь. Влад, тяни к УАЗу. Да УАЗа достанет, разматывай. Размешали просто все это самое. Ага. Получается, что... Так у меня на накачанных колесах она вообще не едет нигде. Не едет, у всех я могу сказать. Это жесть вообще. Я думаю, мы здесь 1,5 едем. Да нет, ну там другое, он за счет клиренса докапывает до твердого, за счет, и колесо вес, колесо узкое. Не, колесо узкое у тебя, и ты дальше достаешь глубже, и вес большой. Глубже тону. Просто за счет наката, ну как-то раз, вот как Саня ехал, он как бах в лужу и выскочил, знаешь, вот на этот велик плюс-минус так же есть. Специально меня позвал здесь. Ну есть, чуть-чуть спускаю. Что тут сзади чвякает всю дорогу, что-то щелкает. Хорош. Глуши, глуши и на первую. И пониженную на себя, тойотовскую. На себя, да. Просто на себя. Да. Прикинь, передача держит, ну. Поехал сам. Мокрая там, да? Андрюха, попробуй ходом сюда перепрыгнуть резко. Нормально. У вас круто едет очень на вояках, на Сильвере 35-м. Просто какие-то чудеса показывает. Стой, 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 осторожно. Самая четкая машина. Просто фантастику какую-то показал. Короче, лучший вариант — это военные мосты, 35-й Сильвер и что-то легкое. Ты видел, что он сделал? Я в шоке вообще просто. Просто порвал всех. Вон сбоку тут в кустах, слева Олег стоит. За Саню цепляй. У вас едет. Едь, едь. Еще на часа два. Ну, что вам сказать? Такая сегодня жесть-жесть просто. Замес нереальный. Подсохшему. У вас просто глумится над всеми. Соотношение веса колес клиренса.
вояки, 35-й Сильвер, такой 50% износа примерно, но все равно круто. О, Димон, ты такой красивый уже. Где тебя серый носит? Да спасал тут всех. Что ты там спасал? Мы тебя спасал. Он не едет, ребят, практически не идет. Не идет? Понял, что что-то не то, да? Что-то там не то с этой машиной. Ну, клиренс, там надо колеса больше, чуть лифтануть, и будет все, надо, все да, четко. Лифт и колеса. Злее колеса. Размер даже, по-моему, нормальный. Не-не, надо выше клиренс. Колеса надо больше. Так он, представляешь, сколько жрать начнет? Тайнишь? 2 литра мотор. Что 2 литра? Мотор двухлитровый. Ну, еще. Ничего жрать не будет. Ну, так 20 жрет. А так будет 40. Так, ну сегодня сообщили нам, Wrangler выигрывает у Рубикона 3-1. Ой, Wrangler. УАЗ. Wrangler пока. УАЗ выигрывает у Гелика 3-1. Что-то я все перепутал. Это мы сегодня дали. Да, как-то хаотично, не подготовили. Нива в лагере мясо ест 2 часа уже. Нива спровоцировала это все. Не, не хочет. Миша, все хуйня, давай сначала. Да, веселый сегодня денек. Ну так, воды мало, но каждый может понять, к чему готов внедорожник его. Делюню вынимали 2 лебедками, да, или 3. Да, 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 да. Там ходом прошел? Разбился эти ходы. Так, ну 70-ка. Михалыч за рулем, надо убрать все в радиусе километра. Да это вообще просто. Базара ноль. Михалыч, отъезжай! Вот это красиво. Ёханый бабай. Вот это исполняет. Да. Серьезный аппарат. Антон, сегодня... Сегодня. Подожди, а что-то сзади висит, пацаны. А ну выйдите, гляньте. Что-то. Что-то висит тут у вас. Защита вид хуй. Защита отвалилась. Так. Я никому ничего. Вижу серьезный автомобиль на горизонте. Что, делаем ставки? Я думаю, что если ходом упанется все силы, то приедет последний. Тут воду еще. Я. Подожди, Лень. Тут может не хватить уже за стиле. Да? 80-ка там с очень серьезным пилотом. С очень серьезным. Блин, классные шины, вот они классно едут, я не знаю. Это Миха просто нажал на педали, глаза закрыл. А что там, бензинка или шботи, а что там за мотор? Здесь. 4.2 турбо. 4.2 турбо, я слышу, как едет круто. Ты снимаешь? Миша. Смотри, комментарий, смотри. Тихо, отходи. Да не, куда отходи? Поехали, пуши. Он не знает, что там был непролазный, надо было... Правее, брат, да? Левее надо было. Он давно в работе вытаскивает машины, заводит их, прикуривает, меняет им колеса. Ничего не могут без меня. Там бензин просто заканчивается. Говорит, дверь открыта, за камыши держится. Так, что не боится?
Да. Там место сложное. Да, надо шины нужны в первую очередь на эту машину. Чуть не проехал. Я же ему сказал, вот туда. Да там колея вообще перед. Да там отлично. Вот тут херово, а вот там вообще проезжаешь. Да, разместили уже смачно. Идем за лебедкой. Сейчас Жека подъедет сюда, потом залебедимся за Жеком. Ну да, как вариант. Жека, спай сколько сможешь, а потом ты тебя обратно. Жень, вот там, где Руслан, до того места тебе надо в разведколее поехать. Не-не, сейчас... Да, сейчас тебе фото. Ну как места пойдет? Танковая отдыхает, да? Танковая отдыхает? Да, ты что? Ну тут надо лифтовать и большие колеса. Да, лифтовать и большие колеса. Ну даже не очень большие, просто лифтануть надо. Ну да. Чтоб клиренс, клиренс увеличится. Ну колеса, да, тоже 37 бы желательно. Ходом красиво. Это порванные сапоги. Анатолий, да, сапоги? Все, я надеюсь, это... Здорово. Вы уже в Риге? Да. Вы когда сюда приехали, то... Я до России вот тут. Вы ее доставали. Гвари відкрий, Андрюха, щоб за камиші зловили. Так пусть помогає, так он просто туди. Я покришка зараз ставлю. Не йде? Батарея не держи. Я тут не сіли саме вибирати. Так ти б на них би зараз здесь був, отут би ти сіл. Я тут не в такої ще їздив. Так, ну здрасте, вот это самое жесткое. Ходи. А что будет? Он сейчас пулей просвистит. Да не, трос может просвистеть. Держите меня до УАЗ. Так, гелик тоже едет к Франглеру. Не, сейчас должно зацепиться. Пошел, пошел. Все, все, сиди. Да. Сука, машину он сегодня... А что с ней? Ничего, помыть только. Да, совсем ничего, по-моему. А что с ней? Давай чисть резину. Да, клиренса не хватает явно. Это вообще такое, блин, 23. Да, тут колея, болото. Сложновато немножко. Она цепляется, нет клиренса. Лифтануть немножко. Там еще... Все, поехали уже в лагерь. Ну, так... Слышь, я знаю, где Геленваген не проедет. Где? Ну, если прямо поедет, не слева, а прямо. Так там 70-ка стоит. Туда не поедет. Что, до сих пор все, где там ребята не выключат? Стой, 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 стой.
не, ну это не лайт какой-то. Ну вот туда точно поехал, нефиг делать, хорошо. Я думаю, да, это вот. Это лайт. Там не нажимать на кнопку? Не, можешь не нажимать сейчас. Просто тяни и все. Ну вот она, лучшая машина сегодняшнего дня. К сожалению, много автомобилей, не удалось вам показать все. Ну, попрошу там, чтобы побросали какие-то куски. Да вообще просто. Да, стекла тонированные, солнце в лицо. Видите, двери. Выезд. Держитесь. Блин, чуть не застрял. Экономишь соляру, Руслан? Да. Да? Носки сними, что ты ходишь, блин. Да, черт. Где Рубикон? Едет. Представляешь, он как по танку? Разулась? Что разуто? Стой!